С 22 по 24 мая на стадионах страны организованы матчи 10-го тура чемпионата Узбекистана по футболу среди команд Суперлиги. Согласно жеребьевке, на этот раз соперником ФК АГМК стал самаркандский клуб «Динамо». Немного статистики. Ранее футбольные клубы АГМК и «Динамо» встречались 21 раз. При этом алмалыкская команда одержала 10 побед, самаркандская – 7. 4 матча завершены в ничью. Соотношение голов также в пользу команды АГМК – 30-21. В рамках 10-го тура Суперлиги ФК АГМК во второй раз в этом сезоне посетил Древний Самарканд. Наша команда, которая в начале апреля отпраздновала победу в Самарканде в матче, который принимал Сурхан, на этот раз отправилась в исторический город, чтобы сразиться с настоящим хозяином поля – «Динамо». Встречу 10-го тура обслуживала бригада главного арбитра Акаберхуджи Шукурулаева, инспектор Марат Исмаилов, комиссар Алишер Файзиев. В начале первого тайма команды боролись на равных. Атаки сменялись контратаками. Но открыть счет игры удалось самаркандцам. На 35-й минуте матча атаку Айбека Нурматова с левого фланга успешно завершил Шахмали Камилов. 1-0. Восстановить равновесие команде АГМК удалось лишь после серии попыток во втором тайме. На 57-й минуте отличился Хуршид Гиясов. 1-1. Это стало переломным моментом матча. Подопечные Мирджалола Касымова предприняли ряд опасных атак, а на 87-й минуте повели в счете. Вышедший из замены Мартин Луаке ударом головой отправил мяч в ворота соперника. 1-2. В добавленные минуты матча арбитр зафиксировал попытку членов нашей команды удержать мяч вдали от штрафной площади, которая была направлена на срыв атаки «Динамо». После того, как удар Сардора Рахмонова пришелся Муроду Ташматову в грудь, боковой арбитр Джасур Рустамов, несмотря на призыв главного арбитра продолжить игру, взял на себя полную ответственность и инициировал пенальти в ворота АГМК. Однако игроку «Динамо» Шахмалику Камилову не удалось его реализовать. В итоге футбольный клуб АГМК одержал поистине значимую победу. В рамках 11-го тура АГМК встретится с ферганским клубом «Нефчи». И если чемпионат Узбекистана по футболу у мужских команд Суперлиги в самом разгаре, то сезон национального чемпионата по футзалу уже завершен. Подопечные главного тренера АГМК Александра Петрова, пятикратный чемпион Узбекистана, команда АГМК в упорной борьбе завоевала второе место. Поздравляем игроков и тренерский штаб АГМК с заслуженными серебряными медалями и желаем удачи в Кубке Узбекистана, 1/8 финала которого состоится совсем скоро, 31 мая.